Всем привет! Вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новый видосик от Добряка, посвященный недавно вышедшей игре под названием Half-Life Alyx. Alyx? Алёшка! Да, наконец-таки решил посмотреть какой-нибудь видосик, посвященный данной игре, благо после прохождения на Ютубе, так как VR у меня нет, ибо это слишком дорогая херовина. Блин, а ведь хорошо, что я проходил эту игру на Ютубе, а то, зная мою криворукость и наличие VR, то мое прохождение выглядело бы примерно вот так. Ну ладненько, не будем тянуть, и давайте приступим к просмотру, благо мне хочется заничтожить же такого смешного и действительно прикольного замутил Добряк, благо серьезно, хоть это и нельзя назвать полноценными анимацией, я скорее называю таким, знаете, прокачанным слайд-шоу. Да, я знаю, на меня сейчас нападут куча фанатов Добряка. Как ты смеешь прикасаться к самому дорогому? Почему ты имеешь право это делать? Ну что ж, берем наши монтировочки в руки и поехали. 3, 2, 1, погнали! Знаете, я всегда считал покупку VR как одну из самых бесполезных. Нет, ну серьезно, покупать VR частично, по цене, за которую можно купить автомобиль, это каким же дебилом надо быть? После того, как я поиграл в новый дороговато все-таки будет Half-Life Alyx, дорогое удовольствие. Я могу сейчас точно уверенно сказать, что ничего не поменялось. Я до сих пор считаю, что это бесполезная трата денег. Тем более, что эта технология еще развивается, а игр толком нет. И вы спросите: не, ну ты ж купил. Так скажи технологии. А вот нет, почки у меня до сих пор две, так как шлем я взял в остальных органов. Я не собирался в нем играть ни во что, кроме Half-Life Alyx. А после прохождения он бы просто пылился где-нибудь в углу. Всякий Дио-паук. Нет, спасибо, нам Диозавра хватило. А вот полноценная игра, да еще и прямиком из сеттинга моего детства, это дело уже другое. Я пару раз бывал во всяких яркомах. Что, при первом прохождении Half-Life у вас прям челюсть отвисала, серьезно, это был прорыв. Пока не запустил Half-Life Alyx. Это просто... Знаете, я повидавший старец. Игры технологически перестали удивлять меня в классе в 5-м. А тут опа, Алёшке снова 10 годиков. С открытым ртом везде ходит, разве что не под себя. Хотя и это могла исправить первая стычка с зомби. Нет, ну серьезно, я таких эмоций не испытывал очень давно. Мой мозг не сразу адаптировался к обману, посему воспринимал все за чистую монету. О, да, фирменные знаете, розовые труселя. Не каждый день своими руками пальпируешь зомби. А в этой игре их еще и на кариес можно проверить. Да вообще, такое ощущение поначалу, как будто тут возможно все. Но серьезно, что но во многих моментах Alyx это прям истинный хоррор. Много, но не прям безгранично. Например, накатить знатного чипалаха супостату не получится. Поверьте, я пробовал. Ударов вообще никто не чувствует. Это все потому, что я женщина, да? Сразу видно, разрабы не шарят. Нет. Красота нет. Это страшная сила. Очень, а вот очень страшная. Нет, так это в ногах. Особенно через 6 часов непрерывной игры. Постоянно стоять, крутиться и приседать за укрытие реально утомляет. Я вообще на первой перестрелке подсознательно искал кнопку прижаться к укрытию. А нету ее, братан, ножками присядь. Поэтому, кто прошел игру залпом, без передыха, земля тебе пухом, братишка. Пройдусь немного по сюжету. Да че, отличная тренировочка. Честно, маловато, но он как бы есть. Это вроде как не сиквел, не приквел, а что-то посерединке. Старая знакомая Митквел. Александра Илаевна ведет подрывную партизанскую деятельность против комбайнов, которые поработили всю планету за 7 часов. И теперь ее задача найти и освободить некое оружие, которое эти инопришеленцы так сильно боятся. Игра очень увлекательная. Особенно, когда ну, конечно, уже вовсю что, но освоил механику. Даже на движке Source 2 это выглядит просто Джоном Виком. Ля какой. Серьезно, тупо ему шапку, свитер, чисто миста. Кто там сральник смыл? А, понятно, кто смывается. Я, между прочим, даже гильзу, как в боевиках, поймал. Фига себе. The combine have him, and I really do need to get him. Nice. Yes.
Особенно порадовали хоррор-элементы. В шлеме темнота прям черная, ни хрена не видно, и только струйка фонаря дает хоть что-то разглядеть. В одной из миссий, например, ходил бессмертный, но слепой босс. И чтобы он не убил тебя с первого удара, нужно было ходить мимо него прям аккуратненько по стеночке и не шуметь. Реально, но прям при этом момент, в котором ваш очко сжимается вот, до уровня миллиметра. Когда я открыл очередной шкафчик, случилось следующее. И вот за такие моменты я прям влюбился в игру. Да, она не идеальная. И на самом серьезно, деле, кривожопом здесь не место. Игра смотрелась краски бы мне жутко тоже устарелой. Да, и попросту неинтересной. В игре, кстати, много багов. Но про устаревший я бы не сказал. Да и сам VR-шлем иногда работает не очень корректно. У меня, например, контроллер частенько косплеил вещь. Но это все равно для меня со еще времен синий детства первый уникальный игровой экспириенс. Прямо новый уровень погружения. Да еще и в такой знакомый, ностальгический, и я бы даже сказал, родной мир. Самой игре я бы поставил, ну, примерно баллов 7 из 10. Но за VR смело бы добавил еще 7. VR — это самое большое достоинство этой игры, но и также главный ее недостаток, так как из-за труднодоступности шлемов, к сожалению, 90% людей будут проходить эту игру на Ютубе или Твиче. И вообще, ну почему сейчас разрабатывается модификация, которая она способна дать. Ну а на сегодня у меня все. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мои другие соцсети и канал. Не болейте и до новых встреч. Ну чё так, неплохо. Ну что ж, ребята, должен сказать, что данный видосик мне понравился. Как всегда, отличнейшие шутейки от Добряка. Довольно-таки прикольные, хоть и простенькие анимации. И, конечно же, истинный Real Добряк Super Sexual Тело Experience. Это просто. В какой-то степени я согласен с Добряком. Действительно, технологии еще сыровато, есть ошибочки. Да и нельзя сказать, что прям графинчик ультра шикарный, хоть и на движке Source 2 это реально смотрится очень красиво. Но, блин, так вообще с каждой технологией. Вспомните, какими игры были раньше. И вспомните, какой уровень они выдают сейчас. Блин, конечно, прогресс не стоит на месте. Мне даже страшно представить, что если человек из 80-х увидит современные игры. Гениально! В общем, в целом поставлю Добряку за данный ролик огромный респект и каскадно-резонансный лайк. Реально, видосик был очень забавный, мне реально понравился такой формат мультиобзоров. И думаю, что посмотрю еще что-нибудь от Добряка в таком вот формате, а может быть и не только. Впрочем, это уже совсем другая история. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика и подписывайтесь на канал Добряка. Всем удачи и всем пока.